Так, всем привет. Время 20:00, поэтому мы начинаем наш вебинар. Сегодня у нас тема «Три совета по эффективному использованию Docker». Рассмотрим лайфхаки Docker, которые будут полезны Linux-администраторам и DevOps-инженерам, которые уже используют в своей работе Docker, но испытывают проблемы, связанные с неоптимальным процессом сборки образов. Попрошу вас в чате отреагировать, можно поставить плюсики или что-нибудь написать, сообщить, хорошо ли меня видно и слышно. Потому что если меня не видно или не слышно, надо что-то делать. Не вижу реакции в чате. Да, увидел плюсики. Есть некоторая задержка, мы сегодня будем довольно странно общаться, потому что вы меня видите с задержкой в 10 секунд, соответственно, я ваши ответы вижу через 10 секунд и могу вам ответить тоже только через 10 секунд. Из-за этого у нас могут быть сегодня такие длинные паузы, пока я буду ждать реакции в чате. Надеюсь, это будет не сильно нас отвлекать. Познакомимся, я Денис, я в IT более 12 лет. В своей карьере всегда работаю с Linux, чего, в общем-то, и вам желаю. Сейчас я тимлид команды инфраструктурных сервисов компании CityMobile. Я немножко менеджер, но руками все еще работаю. Люблю автоматизировать, использую Ansible и Python. И сразу расскажу про CityMobile. Мы, ну, это не только агрегатор такси, это крупная IT-компания. Агрегатор такси – это просто наш публичный продукт, а есть еще много внутренних, которые обеспечивают работу этого агрегатора. Поэтому задач много, сервисов много, поэтому мне можно верить. Чем мы сегодня займемся? Ну, мы с вами уже познакомились. Далее я хочу вам немного рассказать о компании Lotus. Кратко вспомним, в чем отличие контейнеризации от виртуализации. Поговорим об оптимизации Docker-файл в разрезе ускорения пересборки образа и оптимизации размера итогового образа. Посмотрим, что такое мультистейджинг и как этот прием помогает в оптимизации сборки контейнера. В конце предложу вам метод запуска докеризированных приложений через systemd и расскажу, зачем это нужно. И в самом конце посмотрим, как сейчас обстоят дела с рынком труда, чем полезен вообще наш курс, который мы сегодня представляем. Мы, кстати, представляем курс Linux Administrator Professional. Ну и да, идем дальше. Прошу всех активно участвовать, потому что я вам буду задавать вопросы, поэтому и вы тоже не стесняйтесь, пишите в чат ваши вопросы. Я уже предупреждал про задержку, где-то секунд 10 туда-сюда, но все равно постараюсь оперативно отвечать. Если долго не отвечаю, значит скоро отвечу. Не переживайте, вопрос я ваш вижу, чат у меня, как видите, перед глазами, поэтому все будет отвечено. Для начала расскажу о компании Otus. Кто мы такие и что мы здесь делаем? Otus – это компания, которая позволяет обучаться у людей, имеющих большой опыт в своей области. Не секрет, что зачастую хороший специалист – это одновременно еще и плохой преподаватель. Ну, не обязательно, но часто так. Поэтому прежде чем выпускать человека к студентам, Otus будущих преподавателей обучает преподавать. То есть я перед тем, как начать преподавать в Otus, не знал, как нужно объяснять, как вообще строится занятие и что со всем этим делать. Поэтому сегодня у вас будет замечательная возможность увидеть качество преподавания в Otus. Ну, то есть, если вам понравится, как я провел вебинар, значит, меня хорошо научили, значит, Otus умеет учить всему, даже вести вебинары. В принципе, секреты преподавания не секреты. Ну, обучают люди, которые работают в IT-компаниях. Это позволяет нам постоянно быть в курсе лучших решений, оперативно дополнять программу курсов. Если у Otus есть курсы как для уже практикующих специалистов, курсы повышения квалификации, так и курсы для обучения с нуля. Например, вот в нашем курсе Linux Admin есть Linux Administrator Basic
начальные знания там получает Linux администратор Professional. Вот я оттуда его и сегодня представляю. Это как бы средняя ступень. И Linux администратор Advanced для, ну, для совсем администратора, скажем так. У Lotus есть образовательная лицензия, поэтому наши курсы являются программами повышения квалификации. Но, как я уже говорил, кроме диплома о повышении квалификации, вы получаете реальные знания, которые можно применять в реальном, в реальных задачах для бизнеса, что гораздо более ценно, согласитесь. Ну и Lotus в цифрах. Их, разумеется, запоминать не надо. Нужно посмотреть на них, впечатлиться. И можем идти дальше. Мы добрались, собственно, до темы вебинара, поэтому не будем затягивать. Начинаем. Сформулируем цели, так будет проще проверить в конце, что вебинар был полезен. Постараюсь вам рассказать немного о внутреннем устройстве файловой системы Docker. Это важно для понимания, почему предложенные мной оптимизации работают. Ну и в чем вообще проблема. В ходе занятия мы посмотрим, каким образом можно оптимизировать сборку докер-образа. И в итоге, я надеюсь, вы сможете найти новые применения технологии контейнеризации. Не обещаю, что этот вебинар прям изменит вашу жизнь, но мне на определенном этапе профессионального развития рассматриваемые сегодня темы сэкономили бы много времени и сил, позволили бы шире применять докер и, наверное, сделать какой-то скачок в развитии гораздо раньше. Если еще одна задача вебинара – познакомить вас с программой курса, который я представляю. Первым делом прошу вас написать в чат. Работаете ли вы с технологией контейнеризации? Может быть, не с Docker, а с другими. В нижней части слайда я перечислил наиболее распространенные технологии для того, чтобы вам было, ну, проще вспомнить, с чем вы работаете. Так, и вот начинается вот эта грустная пауза, когда я жду 10 секунд, пока вы услышите вопрос и ответите. Алексей ставит плюсик. Сергей регулярно работает. АИ, буду к вам так обращаться, прошу прощения. Не работал, Евгений работал, Александр только с виртуализацией. Ну, замечательно, у нас получается такая аудитория разделилась примерно пополам. Кто-то работал, кто-то нет. Это совершенно не проблема, потому что даже если вы не работаете, не собираетесь работать с докером, полученные сегодня сведения могут вам пригодиться, когда вы столкнетесь с этой технологией. И, ну, в любом случае, надеюсь, проведем время интересно. Идем дальше. Буквально в один слайд вспомним теорию, просто чтобы настроиться на тему вебинара. Подробно эта тема, ну, тема вообще докера и тема отличия виртуализации от контейнеризации обсуждается в курсе Linux Administrator Professional. Мы сегодня не подробно разбираем контейнеризацию, обсуждаем некоторые приемы, то есть я рассчитываю, что, ну, как бы обойтись без базовых, объяснения базовых принципов. Смотрим на слайд. Виртуальная машина у нас схематично изображена на слайде слева. Виртуальная машина – это абстракция на уровне физического оборудования. У нас есть, ну, так называемое железо, материнская плата, память, процессор, диски, сетевые карты. На этом железе у нас запускается операционная система. Опять же, Linux, Windows, FreeBSD, все что угодно. Операционная система нам позволяет запустить программу, которая называется гипервизор. Ну, там это не совсем программа, да, чуть более сложная такая сущность, но для простоты это, будем считать это программой. Гипервизор взаимодействует с ядром операционной системы, позволяет создать виртуальное железо, виртуальный процессор, виртуальную память, виртуальную сетевую карту. И на этом виртуальном железе мы можем запустить еще одну полностью самостоятельную операционную систему и уже в этой операционной системе внутри запустить приложение. Если говорить проще, технология виртуализации превращает один сервер в несколько. И виртуализация позволяет нам запустить совершенно любые операционные системы Linux, Windows, FreeBSD в любых сочетаниях, без разницы. Контейнер у нас изображен на слайде справа.
У нас опять есть железо, на котором запускается операционная система. И операционная система позволяет нам запускать приложение в контейнерах. На слайде у меня докер изображен как отдельная такая сущность, отдельный квадратик. Но на самом деле докер, ну, сам по себе, вот то, что мы называем докером, это всего лишь единый интерфейс, который позволяет использовать механизмы ядра Linux для изоляции приложений. То есть всю работу у нас выполняет ядро Linux. Докер – это ни в коем случае не гипервизор, а скорее такой, ну, если совсем упрощать, то интерпретатор команд. Мы используем команды докера для запуска контейнеров. Вся рутинная работа выполняется за ширмой, где-то там под капотом. У нас выделяется изолированное адресное пространство, namespace. Выделяются ресурсы системы с помощью C-групп, контрольных групп. И, ну, если нужно, изолируется сеть. При этом и C-Group, и Namespace – это нативные механизмы изоляции ядра Linux, которые реализованы в ядре. Но, опять же, все это подробно обсуждается на соответствующем занятии на курсе. Какие преимущества нам дает контейнеризация? Во-первых, мы можем запускать приложение без конфликта. Если в операционной системе у нас используется одна версия какой-то библиотеки, а приложению нужна другая, у нас возникает конфликт, нам нужно его как-то решать. Но контейнер собирается с нужным окружением, которое никак не конфликтует ни с операционной системой сервера, ни с другими контейнерами. В контейнеризации мы получаем контроль ресурсов, поскольку мы запускаем разные приложения, разные окружения без гипервизора. Контроль выделяемых ресурсов у нас упрощается. Ресурсы приложения можно менять буквально на лету. Тем самым достигаем более плотной утилизации ресурсов на сервере, получаем более эффективное распределение ресурсов. И есть еще такой аспект, связанный с безопасностью. Если приложение в контейнере у нас окажется скомпрометированным, то за счет изоляции не будет нарушена работа других программ. Небезопасный код окажется изолирован от других участков системы. Здесь вы, конечно, справедливо можете заметить, что в виртуальной машине все то же самое с безопасностью, никаких отличий. Это действительно так, но речь идет о том, что если у нас компрометировано приложение в виртуалке, то, во-первых, злоумышленник получает доступ к полноценной операционной системе виртуальной машины, где уже, ну, это как бы, да, другой уровень доступа в нашу систему. Ну и, во-вторых, в виртуальной машине зачастую работает не одно приложение, а несколько, и все они окажутся скомпрометированы. Из неочевидных преимуществ контейнеризации, они хорошо подходят для микросервисной архитектуры приложений. Мы получаем возможность масштабировать наши микросервисы. Ну, можно использовать системы оркестрации, Kubernetes, Nomad, Docker Swarm. Ну, в конце концов, да, пожалуй, все. Да, приложение в контейнере запускается на ядре нашей основной операционной системы, и это означает, что в контейнере мы можем запустить только Linux. Ну, если мы говорим, да, про Docker и контейнеризацию в Linux. На Windows и macOS мы тоже можем запустить в контейнере только Linux, потому что когда вы на Windows или на macOS запускаете Docker, он на самом деле запускается внутри виртуальной машины с Linux. Хотя выглядит все так, что он запускается нативно. Такая вот неочевидная вещь. Так, зачем нужен Docker? Мы с вами вспомнили. Напоминаю, что вопросы можно писать в чат в любой момент. Мы с вами переходим к основной теме вебинара – оптимизация докер-файлов. Переходим. Прежде чем перейти к практике, давайте поговорим о том, как выглядит файловая система докер-образа. У нас каждый образ состоит из слоев. Докер использует так называемую Union File System, которая умеет, ну, работать со слоями, да, преобразовывать слои в один образ. Union File System позволяет файлам и директориям из разных слоев прозрачно накладываться, создавая связанную файловую систему. То есть у нас в нескольких слоях там какие-то файлы лежат, они все совмещаются, мы получаем единую файловую систему, в которой все друг на друга наложено, все аккуратненько превратилось, ну, к какому-то итогу пришло.
На слайде схематичное изображение слоев образа, то есть это у нас такой образ, состоящий из трех слоев. Важно обратить внимание, что каждая команда, написанная вами в Docker-файл, порождает создание нового слоя. Содержимое этого слоя будет накладываться на предыдущий. И все слои в контейнере, который создается, будут read-only, только для чтения. Для изменения файлов создается еще один слой. Когда вы из образа создаете контейнер, добавляется еще один слой, который позволяет записывать что-то, то есть изменяемый слой. Ну и здесь на боковой грани каждого слоя указан его ID. Это хэш, который вычисляется на основании содержимого слоя и позволяет переиспользовать слои в системе. Сейчас мы посмотрим, что такое переиспользование, пока поотвечаю на чат. Вадим, вроде бы под Windows можно запускать нативные Windows контейнеры, но не в докере же. Кажется, в Windows есть какая-то технология контейнеризации, но, насколько я знаю, докер там работает поверх виртуальной машины с Linux. Дмитрий, UnionFS или OverlayFS. В образах, то, о чем мы говорим, это UnionFS. OverlayFS – это уже другая система, которая позволяет отражать нам на файловую систему Linux содержимое наших контейнеров. Так, Вадим, честно говоря, не слышал про то, что у нас можно запускать нативные Windows контейнеры. Возможно, я отстал от технологий. Это будет, конечно, стыдно, но, видите, я тоже научился чему-то новому. Замечательно. Тем не менее, давайте попробуем двигаться дальше. Так, мы остановились на том, что на боковой грани у нас указан ID-шник каждого слоя. Это позволяет нам ID-шники переиспользовать. Каким образом? Ну, это в целом позволяет оптимизировать объем скачиваемых файлов. Если мы запускаем два контейнера на основании образов, в составе которых есть одинаковый слой, вот в данном примере это базовый слой с Ubuntu, то мы не будем скачивать слой с Ubuntu два раза, используем один и тот же для обоих контейнеров. Поскольку каждый слой в контейнере у нас используется только для чтения, а каждый следующий наслаивается на него, ну и в результате получается у нас итоговый образ файловой системы, такое вот переиспользование слоев никаким ошибкам и конфликтам не приводит. Но здесь следует быть внимательным, потому что вот эта вот технология наложения слоев может дать неожиданный результат и увеличить размер образа, как говорится, на ровном месте. На слайде у нас два одинаковых по итоговому содержимому файловой системы контейнера, вернее, образа. Слои одного из них у нас суммарно утилизирует почти 400 мегабайт, другого, но чуть меньше 300. Разница здесь в способе записи команд в докер-файле. В левой части слайда мы каждую команду запускаем отдельной строчкой, и каждая команда у нас формирует отдельный слой. Разберемся, что у нас здесь происходит. Сейчас я включу рисовалку. Да, образ создается на основании Ubuntu, которая скачивается из Docker Hub, из хранилища образов. Этот образ Ubuntu у нас занимает 70 мегабайт. Далее мы скачиваем некий архив. Ну вот, команды в get, да, мы скачиваем какой-то архив на 100 мегабайт. Следующим этапом мы разархивируем этот архив, добавляя еще 200 мегабайт. И удаляем наш исходный архив, то есть его содержимое мы получили, архив нам больше не нужен. Но это нам ничего не прибавляет, но и не убавляет. То есть 100 мегабайт мы не вычитаем из итогового образа. Сейчас разберемся, почему. Ну, мы вот здесь вот мы думаем на последнем шаге, что мы освободили место. Но на самом деле мы создали отдельный слой, который вычитает из всех предыдущих 100 мегабайт в результирующей файловой системе. То есть где-то здесь у нас будет еще один слой, результирующий на... Нет, зря я начал рисовать слой. Никакого слоя, конечно, не будет. Вот это все у нас превратится в результирующую файловую систему.
которая будет весить 370 мегабайт, потому что, в числе прочего, там будет вот этот слой с архивом на 100 мегабайт, и слой, который удаляет 100 мегабайт, там тоже будет. То есть результирующая файловая система у нас будет 270 мегабайт занимать, но все это, весь этот образ, который мы создали, нам придется таскать за собой вместе с этим лишним слоем, который содержит в себе архив. Надеюсь, я вас сейчас не запутал еще сильнее. Решение, в общем, решение всей этой ситуации в правой части слайда, где мы точно такой же базовый образ на 70 мегабайт берем. И все вот эти вот три команды мы запускаем единой строкой, формируя один слой, в котором мы сначала скачиваем архив, потом его разархивируем, и потом мы удаляем этот архив. Таким образом, у нас в результате создание вот этого слоя остается только содержимое архива. Сам архив мы из него удалили заранее. И теперь у нас итоговый образ весит 270 мегабайт, потому что нам нет нужды вот этот большой архив таскать за собой при передаче образа по сети. Ну и мы сейчас наконец переходим к практической части. Посмотрим оптимизацию на живом примере. Но, как обычно, призываю вас задавать вопросы по поводу сказанного, если они у вас есть. Надо за собой стереть. Оп, рано. Так, мы с вами отправляемся в консоль. У меня есть тут некоторые заготовки. Сразу покажу. Напишите в чат, нормально ли видно консоль, не слишком ли мелкий шрифт, потому что это я могу поправить. В смысле, сделал шрифт покрупнее. Александр, непонятна цель такого уменьшения. Мы экономим, во-первых, данные в хранилище наших образов, в Docker Register, там, где мы будем их хранить, потому что если у нас за день собирается, например, ну, даже 10 образов, то у нас эти 100 мегабайт превращаются в гигабайт, и за рабочую неделю это уже ощутимые объемы. И все это нам надо хранить, там, ну, какая-то глубина хранения у нас все равно есть. Плюс это ускоряет деплой, потому что когда у вас образ скачивается, ну, вам не нужно лишние 100 мегабайт скачивать, какая бы у вас ни была сеть, это все равно создает определенную нагрузку и увеличивает время деплоя. Но скажу так, если вам, ну, у вас нет оснований оптимизировать размер образа, то это замечательно. В общем-то, ну, и не надо. Тогда бы зачем? Но я просто предлагаю варианты. А использовать или нет, это уже зависит от ваших целей. Ну, кстати, время сборки тоже косвенно может быть оптимизировано из-за меньшего количества слоев. Да, ну я вижу, что в чате уже разгорелось обсуждение этой темы. Коллеги, напишите, нормального ли размера шрифт, видно ли вам, что тут у меня написано. Впрочем, да. Ладно, буду тогда пока рассказывать, что у меня здесь видно. Ну да, да, норм. Ну и замечательно. Так, здесь у меня докер-файл, который мы сейчас будем оптимизировать. Вы сейчас уже можете увидеть, если у вас есть опыт, увидеть, в чем здесь проблема. В соседней консольке у меня запущена команда Docker Image, которая просто показывает образы, существующие у меня на компьютере, с их размером. Здесь у меня какое-то количество образов скачано, это все неспроста. Мы сегодня так или иначе будем ко всем этим образом обращаться. Так, первым делом я возьму и прямо вот так вот соберу образ. Соберу образ, буду использовать BuildKit. Сейчас я его буду использовать.
Так, быстренько разберем команду. Значит, Docker build kit равно 1. Это включает сборку в build kit, поскольку я показываю вам консоль на Linux. Здесь по умолчанию build kit выключен. Нужно объявить вот такую переменную среды, тогда будем собирать с build kit. Дальше у меня Docker build. Собираем прямо здесь. Вот у меня Docker файл прямо в этой папке, поэтому использую точку. И минус t задаю тег, то есть именую этот образ для того, чтобы мы его вот здесь в левой части могли отличить от всех остальных. Напишите в чат, как долго вы думаете, будет собираться образ из такого вот Docker файла. Ну, уже очевидно, что этот Docker файл не оптимальный, но насколько все плохо. И да, запускаю сборку. Пока скажу, что использование BuildKit может быть... Ну, BuildKit — это просто новый сборщик, который недавно завезли в Docker. Использование BuildKit само по себе может являться оптимизацией. Мы сегодня с вами посмотрим мультистейджинг. И вот в мультистейджинге точно это оптимизация, потому что BuildKit умеет параллельно собирать разные стейджи. Ну и при обычной сборке он тоже на какие-то секунды, но может ускорять сборку, зависит от того, что вы там делаете. Таймер у нас в верхней строчке вот здесь вот бежит уже 40 секунд. Ну и на каждый слой у нас тоже выводится свой таймер. В чате немного ставок по длительности сборки. Дмитрий считает, что соберется за минуту, но уже похоже, что нет. У нас еще не установился питон до конца. И, ну да, питон уже установился, сейчас устанавливается установщик пакетов для питона. Все еще устанавливается. Скажу вам по секрету, на репетиции сборка занимала меньше времени. Да, Дмитрий, кажется, что трансляция немного поистрепала мой ноутбучик, поэтому ему тяжелее, чем раньше, чем, скажем так, в спокойной обстановке, когда я все это отлаживал. Но, тем не менее, мы уже на восьмом шаге, 107 секунд. Давайте пока успеете сделать ставку по размеру, сколько займет у нас итоговый образ. Здесь, конечно, сложно угадывать. 151 гигабайт, Кирилл. Но я очень старался действительно сделать настолько неоптимальный докер-файл, чтобы собрался образ на гигабайт, но не смог. Дмитрий, все, вот они ответы. Дмитрий считает 150 мегабайт. Ничего, что я к вам так обращаюсь. Просто, ну, что написано, то и читаю. Образ у нас получился действительно на полгигабайта, почти 500 мегабайт, и собирался он 140 секунд, больше 2 минут. Почему? Что не так? Давайте для начала посмотрим, что вообще там у нас насобиралось, что это за приложение. Я могу вот так вот запустить то, что у нас собралось. Ну и дальше там надо передать какое-нибудь любое название. Это просто скрипт на питоне, который показывает прогресс-бар и какое-то случайное количество времени работы. То есть это прям малюсенький скриптик. Могу даже его показать. Вот. Это вот весь скрипт. Он прямо небольшой. Откуда 500 мегабайт? Давайте разбираться. У меня тут постоянно разъезжается. Ну хорошо, кажется, все видно. Итак, образ я использую в качестве базового образа Debian в редакции Slim. Ну да, это, в общем, как бы немножко облегченный Debian, образ Debian. Ну, дальше это объявляется переменной для того, чтобы apt работал более эффективно. Устанавливаю сюда Python, установщик пакетов для Python и pip. Чищу за собой кэш после установки через apt. И устанавливаю модули Python.
Ну, дальше уже, собственно, само приложение копирует контейнер, и у нас entry point запускает наше приложение. Ну, первым делом очевидная оптимизация. Я тут устанавливаю два пакета. Давайте попробуем эти два пакета установить в одной строке. И сразу видим здесь apt-update, затем установка пакета, затем очистка кэша. Как мы помним, вот это удаление нам должно сэкономить место, на самом деле в таком виде не экономит. Этот эффект мы как раз смотрели на слайде в примере с большим архивом, поэтому я должен записать этот apt-update вместе с установкой. Ну, допустим, вот так. Вместе с установкой и очисткой кэшей в одну строчку. Так, у нас итоговый образ 495 мегабайт. Как вы думаете, сколько мы сейчас сэкономим объема и насколько быстрее сейчас соберется у нас образ? Ставлю тег example 2 для того, чтобы мы могли его найти. Еще раз смотрим. Прошлая сборка у нас была 140 секунд. Запускаю. И 1/2 в половину. Половину было бы хорошо. процентов. Алексей, по времени или по объему? По времени пока сложно прогнозировать. Я, честно говоря, я теперь не знаю. У меня вообще были данные, да, но из-за запущенной трансляции все поехало. Теперь все чуть дольше, поэтому для меня тоже сюрприз. Вадим считает, что сильно не должно измениться. Как минимум, видим, что у нас количество слоев уменьшилось. Количество шагов сборки, соответственно, тоже. Мы сейчас уже на втором из шести. Размер 20%. Вы даете прогноз в процентах, я... Как бы нам так быстро посчитать? Сейчас бы не опростоволосить. Давайте посчитаем 495 разделим на 100. 1% это примерно 5 мегабайт у нас будет. То есть, если размер уменьшится, например, на 20% в смысле, то образ будет 395 мегабайт. Давайте посмотрим. Уже четвертый шаг по времени сборки. Перспективы туманны. Кажется, мы приближаемся к 140 секундам. Это очень грустно, потому что должно было получиться быстрее, очень сильно, прям по времени из-за сокращения количества операций. Ну, 132 секунды, во всяком случае, не дольше. Это уже хорошо. Еще раз пооправдываюсь. Дело в том, что запущена трансляция. Поэтому такие не впечатлительные результаты. 475 мегабайт весит у нас образ example 2. Ну, в общем-то, Вадим, да, получается, был прав, когда писал, что сильно не должно измениться время, а по размеру правильной ставки не вижу в чате. Все переоценили мои способности оптимизировать образ по размеру. Ну, курочка по зернышку клюет, как говорится. Сэкономили, сколько там, 20 мегабайт. Давайте попробуем использовать более подходящий базовый образ. Вот какая история, потому что чем я здесь занимаюсь? Я здесь беру пустой Debian, ну, как бы, да, файловую систему, набор файлов от Debian, устанавливаю в него Python, устанавливаю установщик пакетов Python, устанавливаю зависимости Python. Выглядит так, что если я возьму сразу образ с Python, вот он у меня здесь заготовлен, тот же самый Python на основе Debian, то мы сможем
А, да, кстати, мы забыли посмотреть, что вот в этих вот 475 мегабайтах всего 80 занимает базовый образ Debian. То есть там какой-то требухи наехало при установке Python, и это явно очень, очень сильно перегруженный образ получился. Так вот, если я здесь возьму более подходящий образ, сразу образ с Python. Ну, я возьму вот такой, с тот же самый на основе Debian. Так, чего у нас теперь? Вот это не нужно, потому что мы ничего устанавливать не будем. Установка не нужна. Модули Python мы все еще должны установить. Папку для приложения все еще должны создать. Запускать приложение все еще должны. Кажется, все. Это у нас будет уже example 3 получается. Ничего не пропустил? Ничего не пропустил. Запускаю сборку. Успевайте сделать ставки. Но можете и не успеть, забегая вперед, потому что у нас, естественно, сразу же начинается установка зависимости Python. И на треть сократится. Я уже боюсь соглашаться или, в общем, как-то комментировать ваши ставки, потому что, да, тысячу раз я уже... Выглядит так, будто я оправдываюсь. Но я действительно оправдываюсь, потому что получается неудобно. Неудачная цветовая схема консоли. Ну, вообще соглашусь. Давайте попробуем сейчас быстро что-нибудь сделать. Если быстро мы ничего с этим сделать не сможем, то оставим попытки. Давайте попробуем черный на белом. Проголосуйте в чате, лучше, хуже. Ну, это как бы в фоновом режиме, да, я все равно продолжаю. Так, у нас сборка заняла 43 секунды. Но надо понимать, что мы здесь, у меня был заранее скачан образ питона, который я использую. Но мы бы все равно потратили время на... должны потратить время на скачивание этого образа. Я просто, чтобы немного времени сэкономить, заранее скачал. Так, коллеги, начинается в чате спор. Нам нужно больше мнений. Стало лучше или стало хуже? Михаил, здравствуйте. Все едет, все плывет. Так, ну и образ у нас в итоге занял 216 мегабайт, собрался за 43 секунды, занял 216 мегабайт, что выглядит как оптимизация. Но это у нас произошло, да, за счет того, что мы используем сам по себе образ более, базовый образ более оптимизирован, поэтому у нас нет вот этого этапа с установкой Python из пакета, поэтому автор базового образа Python, который собран на основании Debian, постарались над тем, чтобы включить в него более оптимизированную сборку Python, скажем так. Поэтому мы в итоге экономим сильное место. Так. Но это еще не все. Да, я сбиваюсь из-за консоли, извиняюсь. На самом деле черное на белом непривычно выглядит для меня. Так, еще одна оптимизация. У нас есть еще одна оптимизация, которая не повлияет на первую, ну, на первый билд, но ускорит пересборку образа повторную. Это тоже может быть полезно, если у вас где-то часто собирается один и тот же образ. В BuildKit можно использовать кэш для конкретного слоя. Открываем Docker файл. Так, коллеги, сейчас я покажу эту оптимизацию, и мы вернемся к вопросу выбора цветовой схемы для консоли. Потерпите немного, кому не нравится. Я покажу два варианта, и мы проведем полноценное голосование в чате.
Так, для того, чтобы активировать кэш, это, напомню, опция BuildKit, не докера, именно BuildKit, мы пишем вот такую вот магическую конструкцию. Пока вроде все правильно. Вот. Это включает кэш для вот этого слоя, конкретно, да, для слоя, на котором мы устанавливаем зависимости питона. Что здесь происходит? Ну, мы подключаем кэш, мы указываем, куда этот кэш нужно смонтировать. В данном случае root.cache – это каталог, в котором хранит свой кэш именно pip. Если мы хотим подключить кэш, для, например, для апта, нам нужно монтировать этот каталог varlib apt-кэш. Ну и, соответственно, то есть мы монтируем каталог туда, где хранится кэш, который мы хотим к слою подключить. Это не совсем магия, да, нам все равно нужно понимать, что мы делаем. В данном случае это будет root-кэш. И если я сейчас соберу образ с тегом example4, мы не должны увидеть никаких существенных перемен, потому что, ну, ничего и не изменилось, по сути. Мы как бы прогреем кэш, то есть у меня на компьютере создастся каталог, да, который будет содержать кэш, который на последующих сборках будет монтироваться уже внутрь контейнера. Вадим, обновить версии пакетов в контейнере не нужно. Безопасность root в контейнере не должна беспокоить, если у нас безопасность понимает, как работают контейнеры. Дело в том, что в контейнере мы запускаем только приложение, поэтому этот root, он изолирован. Он изолирован внутри контейнера, и это не тот же самый root, что у нас на хост-системе. То есть мы об этом говорили, если приложение в контейнере будет скомпрометировано, все, что злоумышленник получит, это доступ в namespace этого контейнера, что, в общем-то, никакой реальной угрозы представлять не должно. Насколько мне известно, сейчас нет способа, ну, нет известных уязвимостей, которые позволяют покинуть изоляцию контейнера. Так, сборка у нас заняла те же самые 40 секунд, но повторная сборка. Прошу прощения, повторная сборка. Мне нужно добавить здесь какую-нибудь команду. Добавлю команду pull просто для того, чтобы образ изменился и докер пересобрал контейнер, потому что иначе... Ну, понятно, что ничего не изменилось, поэтому никакой сборки реально не запустилось. Так, у нас была сборка занимала 40 секунд. Сейчас мы используем кэш слоя. И ожидаем какого-то ускорения. Здесь тоже не будет фантастических, никакой магии здесь не будет. Но, тем не менее, 28 секунд. Получилось даже лучше, чем могло бы. И я, честно говоря, пропустил. У меня в сценарии была еще одна оптимизация. Здесь у нас, в общем-то, спойлер. Мы можем использовать образ питона на базе Alpine. И вот теперь-то, если я запишу сборку с тегом example6, сейчас я немножко сдвину, мы увидим, сейчас ожидаем те же самые почти 30 секунд на сборку, потому что, по сути, у нас сейчас в контейнере только зависимости Python устанавливается, больше ничего не происходит. Но по размеру мы должны увидеть ошеломительный прирост эффективности. А, 35 секунд. Ну, хорошо, оставим это,
оставим это за кадром. Видим, что образ, собранный на основании Alpine, у нас занимает 130 мегабайт. Это лучший результат у нас из всех. И получается так, потому что Alpine – это очень оптимизированный образ Linux. Мы сейчас о нем подробно поговорим. Я обещал полноценное голосование. Значит, коллеги, вновь прибывшие, мы тут не можем определиться с цветовой схемой консоли. Как лучше? Как сейчас? Или, может быть, как было раньше. Я, даю вам, какое-то время посмотреть. Голосуйте, пожалуйста, в чате. Чем больше голосов, тем лучше. А мы пока возвращаемся в презентацию, поговорим о том, что это за дистрибутив Alpine. Alpine Linux. Это дистрибутив Linux, ориентированный на безопасность, легковесность, нетребовательность к ресурсам. В основном используется во встраиваемых системах и хорошо подходит для сборки докер-образов на его основе. Так, сейчас мы еще поговорим про Alpine, я пока отвлекусь на чат. Каковы критерии выбора базового образа, кроме размера? Александр, хороший, кстати, вопрос. Берите Alpine. Сейчас я вам расскажу, почему Alpine не идеален. Но, какие критерии? Вы должны выбрать самый подходящий для вас образ. Научить вас как-то формализовать критерии, по которым можно выбрать подходящий образ, я не берусь, потому что мы просто заходим на Docker Hub. Давайте даже зайдем, раз уж я об этом заговорил, это не займет много времени. Не путать с каким-нибудь другим хабом. Ой, батюшки, у меня тут... Docker Hub – это хранилище образов по умолчанию. Вы можете использовать свои, поднять свое хранилище, но если вы просто установили Docker и используете, у вас все образы будут скачиваться из Docker Hub. И здесь мы пишем, например, Python. Прямо вот так вот в поиске и смотрим, какие у нас есть Python. Вот есть официальный образ Python. Смотрим теги, которые у нас доступны. В overview можем почитать вообще об этом образе. Можем сразу перейти к тегам и здесь посмотреть, какие там есть. Вот у нас, видимо, это как раз и есть тот самый нативный виндовый контейнер Windows Server Core. Много Windows Server Core. Куда-нибудь сразу на четвертую страницу перейду. Вот они, образы на основе Alpine. Ну и как-то так, на основании опыта и содержимого Docker Hub мы выбираем наиболее подходящий контейнер. Александр, ответил на ваш вопрос? Так, дальше у нас, считаю, один темный, один белый, 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 белый. Получается, коллеги, у нас белая цветовая схема побеждает. Мы все-таки за большинством пойдем, если вы не против. Так, Дмитрий, на Alpine питаниячие приложения медленнее работают. Alpine не включает Libc. Так, дальше у нас вопросы про copy and write storage. Так, давайте про производительность при использовании copy and write storage оставим за кадром, потому что мы сейчас про оптимизацию сборки. Про сторожи можно задать эти вопросы на занятии по докеру на курсе Linux Administrator Professional. Потому что если мы сейчас будем разбирать вообще все аспекты работы с докером, мы очень сильно затянем. Поэтому прошу прощения. Александр, тогда сформулируйте, какие критерии вам нужны. Я сказал, берите Alpine, это действительно... Мне кажется, нормальный такой критерий. Берите Alpine, а если Alpine не подходит, возьмите другой образ, который подходит лучше. Так вот, сейчас, собственно, и поговорим, почему Alpine не всегда подходит.
Ну, могу поделиться собственным опытом. Если не Alpine, то Debian. Debian Slim, если интересно. О чем это мы? Да, Alpine в основном используется во встраиваемых системах и хорошо подходит для сборки докер-образа на его основе. И основное отличие от распространенных дистрибутивов у нас в Alpine отсутствует. Такие компоненты, как SystemD, планировщик, firewall, локальный почтовый сервер и многие процессы, которые занимают место и ресурсы. Как можно заметить, все перечисленные мной сервисы совершенно бесполезны внутри Docker, поэтому если они на файловой системе занимают место, это нам не добавляет эффективности. Для обеспечения безопасности в Alpine все пакеты, которые используются в дистрибутиве, собраны с использованием режимов, снижающих вероятность эксплуатации ряда возможных уязвимостей. И, разумеется, Alpine единственный минималистичный образ, но Alpine обеспечивает некий компромисс между минимализмом и удобством работы, поэтому, в общем-то, набрал популярность. Но зачем у нас существует? Как раз посмотрим, да, зачем нам нужны образы на основании Debian, Ubuntu и CentOS, если есть распрекрасный Alpine. В бочке меда Alpine есть две капли дегтя. Ну, их можно найти и больше, но основные такие. Alpine использует свой менеджер пакетов APK, и, соответственно, если вы собираетесь устанавливать какое-то специфическое программное обеспечение, по Фрейду оговорочка, проблемное обеспечение, если вы собираетесь установить специфическое программное обеспечение, у вас могут быть проблемы с разрешением зависимости при попытке установить дополнительный пакет. То есть пакетов может просто не быть. Ваше программное обеспечение, которое вы хотите внутри контейнера установить, тоже может отсутствовать в сборке по Alpine. Это проблема решаемая, но неприятная. И еще один нюансик. Вместо Libsy используется другая библиотека Muscle. Libsy – это фундаментальная библиотека, вокруг которой построены современные Linux-дистрибутивы. Отказ от Libsy означает, что в большинстве случаев Alpine полностью совместим с другими дистрибутивами, в том смысле, что можно менять базовый образ в Docker-контейнере, вот как мы недавно видели. Я просто взял и заменил Debian на Alpine, и все работает. Но следует быть готовым наблюдать просадку производительности, например, в некоторых Python-библиотеках. А именно в Python-библиотеках, которые используются для математических вычислений. Это, соответственно, нейросети, математика и вот всякие такие вещи. Могут быть неожиданные проблемы с утилитами внешнего управления контейнерами. Например, о возможной неработоспособности с контейнерами на базе Alpine предупреждает среда разработки VS Code. Вот почему Alpine не всегда подходит. Так, я жду от вас вопросов по тому, что у нас сейчас было сказано. Дальше мы переходим к мультистейджингу. Я просмотрю чат, не пропустил ли чего. Так, критерий базового образа, цветовая схема. Выглядит так, что если остались неотвеченные вопросы, то продублируйте, пожалуйста, потому что я вижу, что, кажется, все ок. Кирилл минус, я так понимаю, относится к отсутствию вопросов. Да, вопросов нет. Вопросов нет. Если появится, задавайте. Мы с вами переходим к следующей теме. Второй совет у нас – это мультистейджинг. Мультистейджинг, он же мультистадийная сборка, применим в случае, когда мы в Docker помещаем приложение, которое собираем из исходных кодов. На слайде схематично такая сборка представлена. В левой части у нас контейнер для сборки. Здесь собирается приложение на Go, командой GoBuild, соответственно. И результат работы этой команды.
а именно собранное готовое к работе приложение, мы можем скопировать в наш рабочий контейнер, где уже приложение будет использоваться. Ну и мы смотрим сразу на практике. Так, у меня тут тоже есть заготовочка. Ага, мы все проголосовали за светлую схему. И ничего не произошло. Секундочку. Ну вот. А, я же выбираю белый на черный. Прошу прощения. Нам нужен черный на белом. Да. Такая вот у нас демократия в вебинаре. Итак, покажу. Сразу вам покажу докер-файл. Мы с вами прооптимизировали контейнер с приложением на Питоне. Теперь предлагаю в таком же формате выполнить оптимизацию сборки с приложением на языке Go. Давайте соберем контейнер сначала, потом посмотрим Docker файл. Я использую ту же самую команду, только тег буду ставить. Ну, соответственно, Go 1 будет. А сборка здесь у нас заняла аж 2 секунды. Потому что предварительно я скачал образ Голанга, который у нас весит почти гигабайт. И, по сути, здесь нужно было только скомпилировать приложение, что довольно быстро. Итоговый размер здесь у него 6 мегабайт. Видим, что это почти целиком базовый образ. Ну и сборка заняла 2 секунды. Понятно, почему. Смотрим, что у нас в докер-файле. Посмотрим, что делает приложение, для того, чтобы мы могли во время наших оптимизаций убедиться, что оно все еще работает. Оно ничего не делает, оно выводит совенка и пишет «Привет, Otus». Это вот все, что приложение умеет. Какие есть приложения по оптимизации? Оно, опять же, да, предложение довольно очевидное. Оно здесь у меня проспойлерено в правой части экрана. Но все же хочется какого-то вовлечения. Поэтому привлекаю вас к обсуждению. Прошу вас написать в чат, какие вы считаете оптимизации здесь могут быть уместны. Раны объединить. Дмитрий, давайте попробуем. Мне кажется... Что бы это нам могло дать? Ну, в принципе, хуже точно не должно быть. Ой-ой, не та команда. Сборка стала быстрее, но мне кажется, это погрешность. Размер все те же 996 мегабайт. Ну, на самом деле, я надеялся, что вы предложите мне воспользоваться образом, да, Роман, именно это, образом на основании Alpine. Оп. Сборку пока оставим в одну строчку. Смотрим, что у нас изменилось. Сама сборка 1,5 секунды, а вот образ резко похудел. Теперь он весит 358 мегабайт. Сильно меньше, чем было, но сильно больше, чем получалось добиться у нас с питоном. Неужели контейнер с приложением на Go будет весить больше, чем приложение на питоне? Убедимся, что оно все еще работает. Что ж, я путаю команды. Но все еще работает, да, несмотря на то, что образ стал меньше, все, естественно, также функционально. Так вот. Дело в том, что в приложении, в докер-файле, в директиве from мы указываем использование базового образа Golang, который содержит в себе
минимальный набор файлов для работы сборщика на Go и, соответственно, базовые библиотеки, которые идут в комплекте с GoLang. Все они занимают место в образе, нужны они при этом нам один раз только для сборки приложения. И после сборки приложения мы бы могли все эти лишние библиотеки, там сам язык Go удалить, но не можем, потому что он у нас навсегда останется вот в этом слое в базовом образе, и мы все равно будем его за собой таскать. Сократить объем образа это нам не поможет. Но мы можем использовать мультистейджинг. Здесь он нам как раз пригодится. Для этого мы объявим вот этот наш базовый образ билдером. Этот билдер, можно здесь написать otus. Это совершенно произвольная, как бы это назвать, произвольный тег. Пусть будет так. То есть мы просто каким-то образом маркируем то, что используем. Дальше мы запускаем сборку в этом нашем отусе. А вместо копирования здесь мы прямо здесь пишем еще один пром. Используем здесь GoLang Alpine, естественно. Вместо команды копирования мы теперь должны использовать директиву copy, уже докерную. И здесь мы просто указываем откуда и говорим, что мы хотим из отуса скопировать. И путь, соответственно, тоже изменится. Но путь изменился, потому что у меня здесь указан workdir. Можно было бы это все переделать, как-то там более лаконично сделать, но для наглядности оставим как есть. И кажется, что это все. Мы собираем наш образ. Да что ж такое, я опять... Собираем наш образ. Если бы у нас сборка занимала больше времени, мы бы увидели, что BuildKit параллельно выполняет вот эту часть, то есть, собственно, сборку, и одновременно с этим пытается уже собирать второй стейдж. То есть, если бы у нас здесь между копией и from были еще какие-то действия, они бы все выполнялись в то время, пока идет сборка приложения. Что у нас получилось? По объему мы не сильно выиграли, потому что у нас и так там ничего лишнего, по сути, не было, а всякую секундочку. Зачем же мы здесь используем GoLang? Я немножко запутался. Мы здесь должны использовать Alpine и, соответственно, сэкономить много места. Да, отлично. Вот они, 8 мегабайт. Теперь мы собрали полноценный контейнер. Проверяем, работает ли он. Он все еще работает, при этом занимает почти больше, чем в 100 раз меньше. 8 мегабайт вместо 900 с лишним. Кирилл, база результирующего образа не та. Это вы про Go 4, видимо, там, где я. Как видим, я уже исправил ошибку. А здесь вот какая история. У нас 8 с лишним мегабайт у нас занимает наш итоговый образ, при том, что один только Alpine весит 7 мегабайт. Немного странно, что бинарное приложение, собранное на Go, занимает почти 2 мегабайта. Давайте проверим, так ли это. Как мы это проверим? Мы прямо в образе запустим. Посмотрим, сколько там у нас весит бинарный. Где он там у нас? User local dim. 1,7 мегабайта. Действительно, почти 2 мегабайта он весит. Выглядит ненадежно. Наверное, можно меньше. И здесь уже немножко выходим за рамки нашего вебинара, но все же попробуем сделать еще лучше. Для этого мы в GoBuild добавим опции сборки. Это такая Go-специфичная вещь. У меня тут пришел код и мешает мне теперь смотреть на клавиатуру.
мы добавим флаги сборки, которые отключат отладочные символы. Это отключит нам возможность отладки готового приложения, но зато должно сэкономить пару килобайт. Давайте посмотрим, что получится. Я снова это делаю. Так, build. Так, 6. Ну, действительно, пол мегабайта мы сэкономили, но хоть что. Вот, на этом заканчиваем с оптимизацией по времени и объему. Возвращаемся в презентацию. Что у нас осталось? У нас остались вопросы. Снова жду ваших вопросов. Александр from Scratch. Да, можно попробовать собрать с нуля. Но, честно говоря, мы с вами тогда не успеем. Поэтому было бы интересно, но оставим это для домашних экспериментов, потому что давайте идти по сценарию, иначе можем очень сильно задержаться. Так, вопросы по мультистейджингу я все еще ожидаю, если они есть. Мы с вами переходим к заключительному этапу. Смотрим на запуск Docker через SystemD. И я думаю, мало кто сомневается из вас, что контейнеризированные приложения можно запускать через SystemD. Но многие из вас наверняка могут спросить, а зачем? Приложения в Docker и так отлично запускаются. Да, но нет. Так, тут у меня эффектно переключается слайд. При запуске нескольких связанных контейнеров, например, веб-сервера, сервера приложений, базы данных, нам нужно будет потрудиться с тем, чтобы разрешить зависимости между контейнерами. Ну, вопросы запуска базы данных в контейнере оставим за рамками вебинара. Предположим, что у нас база позволяет так сделать. Но зависимости между этими контейнерами нужно будет каким-то образом разрешить для того, чтобы контейнер с веб-сервером не запускался раньше контейнера с приложением, приложение не запускалось раньше базы и так далее. Эта задача у нас решается оркестратором, например, Docker Compose, но управлять сервисами в продакшене с помощью Compose эта идея сомнительная в плане удобства и масштабируемости, будем честны. А SystemD у нас решает эту проблему и заодно позволяет описать взаимосвязь между контейнеризированными и нативными приложениями. И еще плюс нам дает, запуск приложения в виде SystemD Unit дает нам широкий выбор систем управления конфигурациями, в смысле Ansible, Puppet, Chef. Почему я об этом говорил? Потому что независимо от того, что у вас используется, Ansible, Puppet или Chef, оно, скорее всего, умеет управлять SystemD-юнитами и умеет управлять ими хорошо. В случае с Ansible там и нативная работа с докером плюс-минус удобоварима, но в Puppet и Chef это выглядит не очень удобно. Ну и опять же, в зависимости между приложениями вам нужно будет разрешать вручную. Ну и плюс, если вы запускаете все приложения через SystemD, у вас появляется единый интерфейс доступа к логам. Единообразный такой подход к управлению логами в системе. Все логи у вас JournalD, и все хорошо. На слайде пример SystemD юнита, который запускает Nginx в докере. Ну, здесь опять же надо помнить, что изоляция и namespace накладывают некоторые, дают некоторые накладные расходы, но если это не высоконагруженный Nginx, то почему бы и нет? Так вот, на слайде пример SystemD юнита. Некоторые параметры я выделил цветом, и, в общем-то, про них я и хочу рассказать. Да, про то, как запустить Docker в SystemD юнити, догадаться легко. А про эти параметры я хочу рассказать. Латинская буква N с процентом выделена оранжевым фоном. Это переменная, которая заменяется на название юнита. Используя такую переменную, можно унифицировать шаблон юнита, имеется в виду в Ansible, и минимизировать ошибки при переиспользовании кода ролей. Все равно все друг у друга роли копипастят. И такие вещи, когда у вас, чем меньше нужно правок делать, тем меньше ошибок.
Выделенная желтым цветом строка exec start pre перед запуском контейнера удаляет контейнер, который мог остаться от прошлых запусков. Это обязательно, иначе systemd у нас завершится с ошибкой. И далее параметр самого докера выделен синим. Pull always. Эта опция заставляет докер перед каждым запуском проверять наличие более нового образа запускаемого. Это актуально, если у вас есть задача всегда запускать самую новую версию. Не всегда такое нужно в продакшене, но если вдруг нужно, то имейте в виду. Есть опция у самого докера. Просто есть распространенная структура, когда заставляют systemd перед запуском скачивать новый образ, но это может делать сам докер. На слайде пример ансиблового таска, который запускает Nginx выше указанным способом. Содержимое systemd юнита здесь у меня обрезано для того, чтобы уместиться в слайд. Но идея понятна. Используем модуль копия и создаем файл с нужным содержимым. С тем же успехом можно использовать там Jinja шаблон. Но в данном контексте, в данном таске контент передается прямо в таске для наглядности. Ну и продолжение, собственно, запуск получившегося юнита. На примере я вам хочу показать не Ansible роль, но просто как выглядит запуск юнита через systemd. Там тоже довольно любопытно, если вы никогда так не делали. Может быть интересно. Ничего себе. Так. Переходим в следующую заготовочку. Да. Что? Да, для начала проверим, что у меня на 80-м порту ничего нет. То есть на этом компьютере ничего не слушает 80-й порт. Фу, к счастью, это действительно так, потому что все-таки компьютер рабочий, могло бы быть что-нибудь запущено. Сейчас бы пришлось искать, что это запущено, и выключать. Здесь у меня systemd unit, тот самый. Вот он со слайда. Это Nginx. И я его буду запускать прямо здесь на ноутбуке. Я копирую его. Ну, а я не показываю, как бы работал Ansible, потому что понятно, что он бы работал хорошо. А наглядности бы в этом не было. Тем более, что на самом деле я вам хочу просто показать, как выглядит лог первого запуска. И это все. Ну, понятно, да, я скопировал сервис Nginx папочку к systemd, перезагрузил демона, и мне еще нужно скопировать, у меня здесь заготовлена конфигурация, скопирую конфигурацию. Вот в этой консольке я открою журнал получившегося юнита Nginx. А здесь, так, запускаю. Он, разумеется, пока пустой. И стартую. Так, сейчас я смотрю в шпаргалочку, ничего не забыл, потому что будет только один шанс. Да, ничего не забыл. Стартую. Видим, что systemd прекрасно скачивает образ, то есть нам даже не надо заботиться о том, чтобы нужный нам образ был заранее скачан в систему. Systemd запускает докер. Ну, то есть, да, systemd не скачивает образ, он запускает докер, который замечательно в обертке systemd работает точно так же, как в консоли, и скачивает нужный нам образ. Да, тут вот оно пошло и запустилось. Смотрим теперь, появилось ли у нас что-нибудь на 80-м порту. Замечательно, как видим, на 80-м порту теперь отвечает веб-сервер, который выводит нам страничку Hello Otus. Все получилось. Возвращаемся в презентацию. Это все, что я вам хотел показать по запуску докера через systemd. Поэтому жду от вас вопросов по всем трем темам, которые мы рассматривали.
Я так понял, все вопросы были отвечены, я просил дублировать, да, если что-то пропустил, не ответил. Но прошу еще раз, если какие-то вопросы повисли в чате, я их не увидел, прошу продублировать. Так, давайте, да, 5 секунд жду, чтобы компенсировать задержку. Идем дальше. Мы подходим уже к завершению нашей встречи сегодняшней. В завершение хочу познакомить вас с программой курса Linux Administrator Professional. Прямо на нашем сайте Отуса. Это главная страница. Да, Олег, видео будет доступно. Так, давайте по порядку. Прошу прощения. Почему-то задублировались вопросы. Александр, для оркестрации предлагаю использовать множество юнитов. Да, совершенно верно. Ну, как в любой Linux-системе, сейчас у нас и так все работает, по сути, через множество юнитов. Мы просто добавляем еще немного. Да, Олег, видео останется доступным на YouTube, на канале Отуса оно будет. А насчет презентации не уверен. Если методисты есть в чате, то, может быть, кто-нибудь вам подскажет. Но нет, мне кажется, презентацию не получится получить, только видео. Так, это наш сайт, на котором мы можем посмотреть курс, который я сегодня представляю. Переходим в раздел «Инфраструктура». Могу сразу обратить внимание, да, что здесь довольно много курсов, не одна страница. Но нас сегодня интересует администратор Linux Professional. Перехожу на его страничку. Видим, что здесь у нас краткая информация про курс. Ближайший запуск 28 декабря. Вы еще успеваете. Уровень подготовки Professional. То есть вы уже должны понимать что-то в Linux для того, чтобы успешно этот курс закончить. Длится он 7 месяцев. Проходит в онлайне. Примерно в таком же формате, как мы сейчас с вами общаемся. Только можно, ну, можно голосом задавать вопросы и в онлайне получать на них ответы. Ну и занятие проходит 2 раза в неделю. Дальше тут видео с Алексеем Цикуновым. Это автор нашего курса. Много-много информации. Подробная программа. Ну и курс, да, заканчивается выпускным проектом, который тоже надо защищать. Это преподаватели, которые преподают на этом курсе. Алексей Цикунов, тот самый, который был там на видео. 20 лет в отрасли, системный архитектор, Oracle DBA. Разработчик на Перле и Питоне, очень сильный специалист, работал в интернет-провайдерах и телекоме, имеет опыт внедрения разработки высоконагруженных проектов, продуктов в Минздраве и Соцфонде, и вообще замечательный человек. Владимир занимается поддержкой серверов MySQL, активно использует Docker, Ansible, ELK, мониторинг в Прометее, и в целом тоже опытный специалист. Павел, Викентий, я, к сожалению, просто по памяти не помню, что можно про них рассказать. Алексей, 14 лет в IT, имеет опыт работы в интернет-провайдере, разрабатывает на Питоне. Тут, кстати, у каждого преподавателя, да, можно на него нажать и посмотреть, чем он знаменит. Преподавателей довольно много, все это настоящие специалисты, которые, вот и я, которые работают на настоящих работах, решают настоящие бизнес-задачи, поэтому, ну, отвечая, да, на ваши вопросы, они руководствуются в первую очередь своим опытом. Как сегодня я, может быть, не очень корректно предлагал вам всегда использовать Alpine. Это потому, что я основывался на своем опыте. А здесь вот у нас идет наша трансляция. Возвращаемся в презентацию. Посмотрим, куда можно пойти после наших курсов, получив знания, которые мы даем на администратор Linux Professional, ради чего все это. Прямо сейчас у нас 363 вакансии в одной только Москве. Ну, не прямо сейчас, да, если честно, в начале декабря, но цифра очень близкая. Администраторы с опытом до 3 лет у нас могут претендовать на зарплату в среднем 150 тысяч рублей. Для администраторов от 3 лет вилка расширяется до 230 тысяч. Но надо понимать, что это среднее значение, может быть и сильно меньше, но и сильно больше тоже может быть.
примеры вакансий. Компания «Базон» предлагает нам 150 тысяч на руки. И что для этого требуется? Уверенные навыки администрирования Linux, Red Hat или Ubuntu. Курс, кстати, построен на основании Red Hat. То есть опыт вы получаете, опыт работы с Docker. Есть такое, Прометей в курсе рассматривается, опыт работы с облаками. Здесь в пролете, но, как известно, Linux вакансии, ну, вообще IT-вакансии, да, они рисуют идеального кандидата. Не того, кого мы на самом деле ищем, а того, кого хотели бы найти. То есть главный совет при поиске работы – не пытайтесь отвечать только на те вакансии, откликаться только на те вакансии, в которых вы максимально подходите. Достаточно, скажем так, быть уверенным на собеседовании. Компания CityMobile, ничего себе, вот так совпадение. Предлагает нам до 250 тысяч на руки. Чего она от нас ждет? Опыт работы с чем-то из перечня. Nginx, MySQL, Postgres в курсе есть. Power DNS как продукта в курсе нет, но рассматривается работа DNS в целом. Redis, Redis Cluster – это уже из Linux Administrator Advanced. Dynamite – это тоже технология Redis. RabbitMQ, Kafka есть в курсе, ELK в курсе есть. Опять же, Docker, понимание принципов CI/CD. Prometheus, Victoria Metrics, Grafana. Prometheus, Grafana тоже в курсе есть. Поэтому видим, что реальные знания позволяют нам претендовать на реальные вакансии. И ввиду 250 на руки, что у нас здесь, продолжительный опыт работы, умеете хорошо готовить докер, мы сегодня с вами научились чуть лучше готовить докер, опыт программирования на скриптовых языках Shell и Python, Shell имеется в виду, ну, да, оболочечный язык, это у нас в курсе есть, опыт администрирования Linux и веб-приложений. Ну, здесь, к сожалению, реальный опыт на курсах, ну, как бы его нельзя преподать, да, его нужно получить. Но вот TCP/IP стек, следующее требование на курсе, разбирается довольно подробно. Медиалогия до 200 требует от нас глубоких знаний Linux. Отлично, ведь это курс по Linux. Четкое понимание принципов работы сетей DNS, TCP/IP – это есть. Опыт работы с веб-технологиями в курсе можно получить. Есть об этом тема, система управления конфигурациями. Большим плюсом будет опыт работы с Big Data. Но опять же, опыт работы, как я говорю, его можно только получить, нельзя выучить. Омега до 160, до вычета налогов, кстати, не на руки. Требует знания опыта администрирования хотя бы одной операционной системы Debian, Ubuntu, CentOS. Опять же, курс построен на базе CentOS. Если вы знакомы со спецификой, вы понимаете, что изучение CentOS Linux равнозначно... Ну, опять же, это будет такое, да, мое немножко холиварное мнение. Надеюсь, сейчас в чате не начнется подробное обсуждение моей точки зрения. Если вы знаете CentOS со всеми его заморочками, то любой другой дистрибутив вам уже как бы по умолчанию известен. Поэтому довольно эффективно изучать именно что-то из редхатовского семейства. Это позволяет вам... Ну, я не пытаюсь, да, отругать Red Hat. Я просто говорю, что изучать редхатовские продукты полезно в том плане, что потом проще разбираться с не Red Hat'ом. Система управления базами данными. PostgreSQL в курсе у нас и есть. Знание опыта администрирования ИС, Apache и Nginx у нас есть. И, кстати, насчет диагностики неисправностей тоже, кажется, в курсе есть занятия. Saturn Center аналогично. Bash рассматривается у нас в курсе. LDAP есть, DHCP есть, DNS есть. MySQL присутствует. TCP/IP, VLAN и VPN тоже рассматривается на отдельном уроке про архитектуру сетей. Там даже два урока, по-моему. Ну и цифровые решения тоже не балуют нас какими-то экзотическими требованиями. MySQL, VLAN, DHCP, TCP/IP, RDP, туннелирование, топология сети, опыт настройки обслуживания, Linux, Debian. Ну, сетевое оборудование Cisco, да, довольно такая серьезная вещь. Это уже тянет на отдельный курс.
Знание скриптовых языков. Bash у нас снова в курсе есть. Ну и российская газета. Ну, давайте я перестану, да, зачитывать каждую вакансию. Их все прекрасно видно. Elasticsearch, ClickHouse, все это у нас... ClickHouse нет, прошу прощения, Elasticsearch есть. Система хранения данных рассматриваются. В принципе, динамической маршрутизации тоже. Ух, замечательно. Переходим к рефлексии. Вспомним содержательную часть вебинара. Разложим все по полочкам. Вопросы в чате вижу. Сейчас дойдем к ним. Проверим, достигли ли мы цели. Устройство файловой системы Docker Union NFS рассмотрели. Посмотрели приемы ускорения сборки образа. Было такое. Докеризированное приложение через SystemD было. Программа курса. Посмотрели. Несколько тезисов вынес на отдельный слайд по поводу оптимизации. Используйте BuildKit. Это само по себе оптимизирует, ну и вообще он красивый. Подбирайте базовый образ, исходя из цели. Но, как мы во время, да, вебинара выяснили, настоящий тезис выглядит так. Используйте Alpine. А, кстати, по поводу Alpine. Это, забыл сказать. Эта проблема с библиотекой Muscle, которая замедляет Python-приложение, в мае, кажется, была исправлена. И уже скоро-скоро должны появиться новые версии Python-библиотек, которые будут работать без просадки производительности. То есть в том, что касается производительности, уже все исправлено. Помните о свойствах слоев, когда что-то скачиваете и устанавливаете в образе. Если что-то скачали, старайтесь сразу же удалить, не создавать лишний слой. Используйте кэш-слой там, где это уместно. И при сборке чего-то из исходников используйте мультистейджинг. На слайде список материалов для дополнительного самостоятельного изучения. Если интересно узнать что-то новое про Docker, могу рекомендовать книгу «Использование Docker» издательства Rally. Ну, собственно, сайт Docker с документацией и большую статью на Хабре, которая рассматривает использование Docker с самых азов. Статья на Хабре, пожалуй, может подойти как такой ворота в технологию Docker. Там и про сборку, и про работу с сетью, и рекомендации по запуску, и все-все-все. Ну, еще раз напоминаю, курс администратор Linux Professional. Обучение новой группы стартует 28 декабря. Вы еще успеваете. QR-код на экране ведет на страницу с описанием курса. Так. Сейчас еще секунду, я вам должен скинуть... ссылочку на опрос. Так, чуть позже, сейчас мы с вами посмотрим. Так, прошу прощения за заминку. Так, смотрим чат. Так, 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 презентацию. А, тут не так много вопросов-то. Мне в боковом зрении мелькало, так будто бы тут насыпалось. Прошу прощения, мог бы и сразу ответить. Без примера на Ansible не слишком очевидно, в чем смысл запуска через SystemD. Но да. Да, не было примера на Ansible, но как бы это сказать, но был показан таск на Ansible, и придется верить на слово. Запуск на Ansible удобен в том плане, что мы используем нативные приложения. Давайте я не приложения, а нативные модули Ansible. То есть здесь у нас используется модуль copy для того, чтобы создать файл. Здесь у нас используется модуль systemd для того, чтобы запустить unit. Собственно, в этом и преимущество, в том, что мы не должны устанавливать никаких внешних зависимостей для того, чтобы оркестрировать докеры через SystemD. Ну, то есть, что бы вы хотели увидеть в онлайне при запуске через Ansible? В общем-то, ну, у нас бы отработал Ansible, точно так же запустился бы Nginx.
Графана выдает Fenceblock, в смысле, какая Графана? Речь идет про сайт Графаны большой. Используйте VPN, такое теперь время. Сергей спрашивает, насколько уместно использование Docker Commit. Не очень понимаю вопрос, в каком контексте. Если, ну, здесь, понимаете, так же, как и с выбором образа. Если уместно, то используйте. Но это же не имеет отношения к сборке и к оптимизации тоже. Docker Commit вам позволяет... Что он позволяет? Создать изменения, которые вы создали в контейнере, запущенном из образа, да, преобразовать в отдельный образ, насколько я помню. Но у меня не было задач, где Docker Commit был бы добавить в образ что-либо. Ну, у меня не было задач, где мне пригодился бы Docker Commit. Я не могу вам, честно говоря, по существу ответить, потому что нечего. Да, получилось у нас немного скомканное окончание. Прошу за это прощения. Немного устал просто говорить. Мы с вами задержались, за это тоже извиняюсь. В чат кидаю ссылку на опрос. Прошу опрос заполнить. И это позволит нам стать лучше, в частности мне. Я прочитаю, что вы напишете в вопросе, и попробую как-то скорректировать свое поведение в будущих вебинарах. Посоветуйте бесплатный VPN для Linux. Не могу посоветовать. Я не использую бесплатный VPN, я использую... Но не буду писать ссылку. Сервис называется VDSina. Там можно дешево оплатить российской картой виртуалку за рубежом и поднять на ней, например, OpenVPN, как я и сделал. И довольно давно уже у меня там свой собственный маленький VPN-чик. Насчет бесплатных VPN-ов не могу ничего посоветовать. И в целом могу постараться вас отговорить от использования бесплатного VPN-а. Это довольно рискованное занятие. Потому что если вы не платите за использование VPN, то откуда же они берут средства к существованию, уж не продавая ли ваши данные, которые вы через VPN передаете. Ну, на этой печальной ноте предлагаю расходиться. Вопросов в чате больше не вижу. Жду еще 10 секунд вопросов, да, чтобы компенсировать задержку. И буду завершать тогда вебинар. Павел, вам спасибо, что зашли. Я сегодня тоже узнал про нативный запуск контейнеров на винде. Пойду читать подробнее, чтобы больше не обманывать посетителей вебинаров информацией о том, что это невозможно. Ну, всем спасибо, кто зашел. Приходите на другие наши открытые вебинары. Как видите, бывает полезно. Рад был всех увидеть. До новых встреч.